Почему работает БТГ, за счет чего? За счет того, что ток входной меньше, чем ток, который вырабатывает сама система. Это правило сохраняется очень часть. Например, лампочка накаливания на 100 Вт берет из сети 100 Вт, а ее энергия, так как она нагревается гораздо выше этих 100 Вт, она греет, я думаю, то есть дает тепла на 500 Вт, не менее. Но это тепло уходит в никуда, а тепло это та же энергия, тот же электрический ток. Значит, нужно его преобразовать и 100 Вт пустить обратно, а 400 Вт, например, на отопление квартиры. Вот тут есть разные способы. А на виде лампочки, лед, который имеет газ, внутри колбы газ, набирает энергию и светится. Лишний ток, который падает в схему, идет назад, встречаясь со встречным током. Если встречный ток больше, то он сжигает ток, с лампочки расход увеличивается. Если больше ток с лампочки, то же самое. Значит, токи нужно уравнять. Если это невозможно, тогда используем реле, и когда закрываем приток тока с сети или с источника питания, то происходит само запит, система питается своим же током, то есть энергией, которую она производит. Горит спираль накаливания, это производится энергия. Дальше крутится мотор, например генератор, и снова производится энергия. Если проще, система работает на обратном токе, на своем, это называется реактивной энергией или самоиндукцией, это описано и в учебнике, но выводы сделаны неверные в конце, а сами процессы описаны.